как эта картинка связана с треугольником Паскаля. Наверное, какая-то связь уже видна. Здесь складка. И в треугольнике Паскаля тоже складка. Да, пожалуйста. Вот 2 плюс 2 получится 4. Да. 4 плюс 4 получится 8. Да. 8 плюс 4 получится 13. Да. И в этой теории то же самое, только немного по-другому построено. Ну, как бы перевернуто. Во, молодец, повернуто. 3 плюс 1. О, вернутое. Все, спасибо. Дальше сам. Господа, никаких минус не будет. Я рисую одного самого человечка. Только на этот раз никаких запрещенных клеток не будет. Никаких запрещенных клеток. Задача ставится так. Сколькими способами отсюда можно добраться до вот этой клетки? То же самое, если идти можно только вверх или только направо. Хорошо. Давай. Отлично. Да, я вам больше скажу. По всей вертикали стоит единица. Потому что стоит нам сделать ход направо, и уже ничего не будет. До упора по горизонтали пишем единицу. Пишем, пишем, пишем. Так, здесь отлично. Везде единица. И, господа, дальше. Даже в чем-то легче, чем у нас только что было. Да, 21. Народ, успеваем все записать. Не достигнемся, а каждый успевает у себя в тетради быстро составить целиком такую табличку. Принцип очень простой. Каждое число, работаем, напиши, это сумма тех, которые расположены сбоку и снизу. Так, 56 напиши получше, пожалуйста. 56 плюс 28. 84. 84, молодцы. 84 и 36. 120. 120. 165. Заметьте, ребята, вот на этих упражнениях надо учиться считать. Не на случайных там сложить что-то с чем-то. Почему я очень люблю вот эту задачу? Потому что, когда вы ее решаете, вы заодно и складывать числа учитесь. А, уже не получается? 210. Молодец. Тут не 216, а 210. Надо больше записать четко, чтобы отпечатать число. 210 и 120. 330 и 165. 495. 615. 21 дальше. Отлично. 56. 252 и 210. 462. 462 и 330. Конечно. Конечно, вы правы. Ну что это такое? Почему человек пишет не для того, чтобы понравиться любимой учительнице? Пишет для того, чтобы всем было видно. Напишите нормально. 462. Рядом то же самое. Четко напишите, чтобы было видно цифры. Ребята, вам кажется, что это баловство, а между тем, когда вы путаете цифры, вы обязательно получите рано или поздно неправильный ответ. Все эти истории, а у меня плохой почерк, абсолютно неправильные. Это все одно и то же. А я не хочу учиться. Вернее так, а я хочу очень долго учиться самым простым вещам. Если человек хочет получать правильные результаты, то он найдет в себе силы писать четкий порядок. Да, сложите эти два числа, да. Складывать надо, разумеется, как вас учат в школе с конца. С младших разрядов. 2 плюс 5, пишем 7.
О, ужас. Никому же не видно, что вы пишете. 7. Теперь видно. 9 плюс 9. 18. Пиши восьмерку. Единица переносится в следующий разряд. Да, 7 и 4 сколько? 11 вместе с единицей будет сколько? 1287. 1200. Ладно, все, давайте я дальше. Мне уже нет терпения. Спасибо. Все, я поехал. 7, 28, 84. 210, 462, 924, 1700, сколько? 16, так, 3003, спасибо вам. Сколько? 8. А разве нет? Они сейчас, 1287. Ну да, а чего? 8. 17, это 2 900, и там все нормально. 8. Так, 8. 36. 36. Молодцы. 732. Да. 1716. Кстати, не исключай вот это. Да? 6000. 6435. Так, молодцы. Последнюю строчку осталось, я думаю, справимся. 9, 45, 65, 495. Сколько здесь будет? 520. Народ. 3000. Какие 3000? 1200. Да, здесь сколько будет? 3003. Здесь? 6435. И там? 12870. 12870. Отлично. Господа. Вот здесь даже никаких надежд не было бы, если бы мы с вами, у нас никакого времени не хватило, если бы мы пытались действительно нарисовать все пути, которые начинаются здесь и заканчиваются здесь, потому что их почти 13 тысяч. Их очень много. Почти 13 тысяч этих путей. Когда были запретные клетки, то путей всего лишь 678. Еще есть какой-то шанс все выписать. Ну, возьмете ученическую тетрадку, наверное, в ней все влезут. А 12 тысяч, я думаю, ни в какую тетрадку уже не будет. Ну и главное, никому желания заниматься выписыванием.